Выключать или не выключать? Вот в чем вопрос. На завтра намечено проведение самой масштабной экологической акции на планете «Час Земли». Ее участником может стать любой. Надо лишь в установленное время выключить на час все электроприборы. Как отмечают организаторы, экономия энергии не самоцель, а лишь символ бережного отношения к природе и ее ресурсам. Ежегодно акцию поддерживают больше 2 миллиардов людей. А вот энергетики не одобряют таких действий. В ходе резкого снижения и последующего скачка нагрузки на подстанции возможны сбои. Для челнинцев время проведения с 20:30 до 9:30 вечера. В нашем городе погаснет подсветка ряда городских зданий и прочие элементы иллюминации.